Всем привет, дорогие зрители! Это обзор на покупки из магазина Леонардо. Для творчества я взяла вот такую вот деревянную заготовку и набор посуды. Мне понравилось то, что здесь деревянные досочки, еще что-то типа этого. С помощью вырезок из журналов можно сделать что-то типа мини-ленты. Такая штучка стоит 101 рубль. Посудка. Наперсток. Тоже для вышивания полезная вещь. Да и вообще, когда что-то зашиваешь, шьешь, лучше поберечь руки свои. Я взяла сразу три. Конечно, мне нужен был только один. Но они хорошо будут смотреться, как ведерки для кукол. Вот такая вот идея. Дальше. Заготовка для декорирования. Подвеска фанера зайчиха. Такие подвески хороши, конечно, на какие-то мобили и на елку. А я, может быть, просто сделаю что-то для кукол. К этой зайчихе идут вот такие зайчата и наборчик. Зайчиха стоит 33 рубля 60 копеек, а зайчата 53 рубля 76 копеек. Еще взяла вот такой пластик для моделирования. Первый раз вообще покупаю пластик. На пробу взяла. Там он один был вообще во всем магазине. И за такую цену, почему бы его не взять, 297 рублей 60 копеек. Попробую, вдруг понравится и буду делать дальше. Еще взяла нитковдеватель вот такой, потому что очень много иголок у меня с маленьким ушком. Металлический с пластиковой ручкой. А стоит он 33 рубля 90 копеек. Вот такую заготовочку взяла в виде бантиков. Набор пуговиц. 13 штук. Стоят эти пуговички 55 рублей 68 копеек. Вот такие кисточки купила для рисования на куклах, чтобы разукрашивать им личико. Каждая кисть 58 рублей 56 копеек.